Позади год плавания. И вот мы приближаемся к самым отдаленным и самым опасным для исследователя островам Тихого океана, лежащим между Индией и Австралией. И к самому крупному из них – Новой Гвинеи, с ее непроходимыми джунглями, неприступными горами, диким населением, принадлежащим к папуасской расе, которая стоит якобы ближе к животным, нежели к людям. Изучению первобытного народа и всего, что окружает его, я и хочу посвятить свои силы. В 1984 году в Русском географическом обществе я с моей бабушкой Кариной Викторовной впервые посмотрел фильм с Юрием Мефодьевичем Соломиным, в котором он сыграл роль Микуха Маклая. Конечно же, было потрясающее ощущение, как он оказался на берегу Маклая и все это визуализировал в своей картине. Я никогда не мог подумать, что буду дружен с ним и общаться. Я откровенно хочу вам сказать, что он действительно настоящий Микуха Маклая смог донести до людей, как было трудно и какой героический подвиг сделал этот великий наш русский путешественник. К вам можно? Да, привет. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Главный герой, Юрий Соломин, сыгравший знаменитого путешественника, был и режиссером этой картины. Для него Миклуха Маклай с самого детства стал настоящим героем, который навсегда запал в душу. Вдохновила вот память, чтобы осталась память об этом человеке больше, чем он известен даже по книгам. Понимаете? Все это, мне кажется, что память о таких людях, она, раз есть памятники, есть музеи, есть институты, да, мне кажется, чтобы это было бы интереснее. Мне кажется, что для ребят, школьников, это было бы очень интересно. Мне очень жаль, что я теряю такого пассажира. И вдвойне жаль, что теряю такого соотечественника. Похоже, вы хороните меня. Да. То, что вы совершаете, самоубийство. Возьмите хоть оружие. Нет. У меня был уклон на вот этих моряков военных, которые смотрят на уход этого человека. Если бы я уходил в лес, туда, в горы, там, это одно. Но когда они прощаются, и он поворачивается, и они смотрят, и долго смотрят на него, понимая, что он может не вернуться. Вот я этим ребятам, актерам, я очень благодарен за это. Казалось бы, там играть нечего, а есть что играть. Юрий Михайлович, а что за корабль был, который подходил к берегу Маклая? «Парусник товарищ». Он во многих фильмах снимался, это такой, так сказать, имеющий большую очень ценность, особенно когда снимаются общие планы. Хотя он, вот снимали, это ялтинская студия помогала снимать. Берег Маклая был берег Черного моря. И я говорю, что все это мы снимали в парке. Ялтинском. Там очень много снято. Почти полтора века назад о жизни этого народа не знал никто. Остров оставался загадочным и малоизученным. Матросы помогли построить для ученого хижину и перевезли туда все необходимое. Экипаж корвета «Витязь» готовился к отплытию. 27 сентября 1871 года Миклуха Маклай передал для семьи прощальную записку. «Милая, дорогая мать и сестра, я у моей цели. Остаюсь на год в Новой Гвинее. Труда будет много, но надеюсь на успех. До свидания и не забывайте». В фильме герой Юрия Соломина отказался взять хотя бы пистолет. На самом деле оружие у путешественника было, но Миклуха Маклай был убежден, что в этом совершенно неизведанном месте ему помогут скорее не оружие, а уважение и дружелюбие, понимание и доверие. Он запишет в дневнике: «Моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении». Уже в первый день после высадки на берег Миклуха Маклай встретился с папуасом, которому суждено было сыграть особую роль. Имя Туй стало поистине историческим и неизменно употребляется рядом с именем Миклуха Маклая.
Папуас этот был среднего роста, темно-шоколадного цвета, с матово-черными, курчавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом. Хорошо сложен, с достаточно развитой мускулатурой. Выражение лица первого моего знакомца показалось мне довольно симпатичным.